Добрый день, уважаемые коллеги! Я учительница английского языка Мелания Александровна. Хочу рассказать вам о нашем проекте, которое получило интересное название – проект «Школы национальной мудрости». В этом проекте мы представим вас о творчестве великих поэтов России, Англии и Армении. Наши дети представят вам удивительные стихотворения известных поэтов. Стихотворение Валерия Брюсова «Родной язык». Удивительное стихотворение английского поэта Уильяма Вордсворта «Daffodils» – «Нарциссы». И самое известное стихотворение об Армении «Есим Ануш Аястаны». Прозвучат также переводы стихотворений на русский язык. Hello! Добрый день, уважаемые учителя, участники нашего проекта «Школа национальной мудрости» города Москвы и школы 1909. Приветствую вас и приглашаю на цикл встреч, посвященный русской, английской и одной. Приветствуем гостей из России. Макеева Надежда. Анисова Марина. Трифнева Виктория. Кухаваренко Анастасия. Сейчас гости из России продемонстрируют нам великолепное стихотворение русского писателя Валерия Брюсова «Мой родной язык». Валерий Яковлевич Брюсов – русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературный критик и историк. Известное стихотворение «Мой родной язык». Мой враг, родной язык, мои стихи, как дым алтарный, как вызов яростный мой крик. Ты дал мечте безумные крылья, мечту ты путанья обвил. Меня спасал в часы бессилия и сокрушал избытком сил. Гости нашего проекта из разных стран. Из России. Анисимова Алина. Макеева Надя. Алексанян Инесса, Мурадян Мусине, Севастьянова Вика, Камброва Полина. Гости из Англии. Захарико Максим, Зарезкин Костя, Забаева Милана, Габараева Ариана. Сейчас прозвучит великолепное стихотворение Брюсова «Родной язык», которое вам представят гости из России. Как часто в тайне звуков странных и в потаенном смысле слов я обретал напев нежданных, овладевавших мной стихов. Но часто радостью измучен и тихой упоен тоской, я тщетно ждал, чтоб был созвучен с душой дрожащий отзвук твой. Ты ждешь победы великанов, я пред тобой склонен лицом, но все ж бороться не устану, и как Израиль уже спорит. Нет грани моему возрасту, и вечности я в правде дня, и все ж как магу мне похожи, и превратить без этих прав. Гости из Англии представят нам великолепное стихотворение «Daffodils» – «Нарциссы» – поэт Уильям Вордсворт. I wandered lonely as a cloud, and blossom high over valleys, hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle over Milky Way, were stretched as never-ending line along the margin of a bay, to impart sorrow at a glance.
The waves beside them danced, but they outdid their sparkling lips in glee. A poet could not be but gay inside a jocund company. I gazed and gazed, but little thought that well the show to me had wrong. А сейчас прозвучит перевод Daffodils. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon what inward eye, which is the bliss of solitude, and when my heart with pleasure fills and dances with a daffodil. А сейчас прозвучит перевод стихотворения Daffodils на русский. Печально мрел я туманом среди долин и гор седых, как вдруг очнулся перед станом толпой нарциссов золотых, качал и гнул их ветерок, и каждый трепетал цветом. Бесчисленны в своем мерцании, как звезды в млечности ночной, они велись по очертаниям, излучены береговой, сто сотен охватил на глаз пустившихся веселый пляс. Плясала и волна лезвее, однако был цветов задор. Тоску поэта вмиг рассеял их оживленный разговор. Но сердцу было не вдогад, какой мне в них открылся клад. Ведь ныне сладкий час спокоен, и льдовый одинокий час. Вдруг озарят они весною, перед окном мысленным явясь. И сердцем я плясать готов, ликуя радостью цветов. Гости из Армении представят уникальное стихотворение про Армению. Если манучая страны, если манучая страны, аривахам парным силом, мелиса зивов банвак, да так мацлярным силом, а иран ман завихнели, у вартери буйны ман, у наиранах чихнели, за чкум парным силом. Уреденем чем морана, если попад Чем морана, а вот кача сирка таки дереме. Ичкане сур сирто смотрен, а у на камбер кереме. Эли я сбор у одного, им хая стаим ярно. Им карагат сарти хамар, вот не вырыш и кер ичкан. Инч бесан фас пар кичампа, есил марсис сарнем сирум. Сейчас прозвучит перевод стихотворения великого армянского поэта Ерешет Чаренца «Есми ануш, а я стану». Я привкус солнца в языке Армении люблю, и саза нашего навеку его печальный строй люблю. Люблю кровавый красных роз, огнеподобный аромат, и в танце на рьяных стан колеблемый зурной люблю. Люблю родных небес лазурь, сияние рек и блеск озер, и летний зной, и зимний бурь, глухой голос хор, и хижин, и приютный лав, затерянных ущельях гор, и камни древних городов, в дремоте вековой люблю. Где б ни был, не забуду грусть напевов наших, ни на миг, молитвы ставшие листы железописных наших книг, и как бы наших ран ожог глубоко в грудь мне не проник, мою отчизну, край отцов, скорбящий и святой, люблю. Для сердца полного тоски, милей мечты на свете нет, Чака и нарекацы умов светлей на свете нет. Горы древней, чем Арарат, вершин велей на свете нет. Как слабо недоступный путь, Масис, суровый мой, люблю. До новых встреч!
Tea!